Сегодня чудесное пятничное утро. И чудесное оно вдвойне, потому что я отправляюсь на Байкальский молодежный форум. Начало, мы цвет оранжевый сказали, я вообще обожаю. Это уменьшим микрофон прекрасно. Я уверен, это можно сделать, если дома снимать. Медиа пошумим, погромче здесь. А кто у нас самый первый получил? Все, тот Громакина Ярославна Сергеевна. Наш цвет сегодня нынче оранжевый. Очень много знакомых. Чудесный пряник дали еще в дорогу. Ручная работа, будем пробовать. И приехали. Тихонько все забираю свои вещи. И вот так красиво нас встречает парк Саган Марин с такими баннерами, растяжками, чтобы сразу было понятно, куда мы приехали. Идем в сторону столовой. Надеемся, что нас вкусно покормят. Даже. Очень сильно надеемся. Дорогие друзья, наш первый обед приветственный в группе «Помогай» на 44 человека. Все оранжевые. У меня как оранжевая вот эта штучка. Ребята, мы пообедали и сейчас готовимся пойти на Байкал. В ожидании ребята горают в картошку. Идем к Байкалу. Дороги, посмотрите, это огромные шахматы. Людьми играть будем. Это костер, что ли, будем жечь. А вот здесь такая, смотрите, сцена, типа импровизированная. Озеро Байкал, чужина Мари, тебя я прославляю песней своей. Ты гордости Бурятии, родины моей, твоя природа чудная и нет ее милей. Это жемчужина планеты, как божество поднят на пьедестал. Перегонки и прятки. Алло. Прах у нее покруче, чем култут, и баргузин на выходе и входе начало. Ласковый ветер лижет берега, дует он всегда в поперек Байкала. Друзья мои, безумно встрече рад я. И зарядить вас энергией Байкала. Сегодня рад. Мы идем цепочкой до костра. Вау, как круто. А не пока могу, вы будете перебирать, быстрее. Не задерживаем. Для вас поет вновь Марина. Чтобы каждый мог. Россия, твоя и моя любовь. Россия, такое большое сердце. Россия, ты можешь понять любовь.
всем будет здравствуйте. Флешмоб, сразу прошу встать и в длину. И сделайте вот так, чтобы соседа не задевали. Сейчас будем танцевать. Шире вставайте, дальше вставайте, ближе можно подойти. Ребят, вот еще метров 10 даже можно подойти. Какой красивый у меня номер, я всего лишь-то там с девушкой с одной, а не с двумя. Смотрите, какой прикольный номер мне достал. Тут же целая настоящая русская печка. Две кровати. Мы вот с какой-то подружкой будем вместе спать. Так, здесь у нас... Посмотрите, как сочетается это все, а? Я в оранжевом. Шторы оранжевые. Вообще все тут оранжевое. Вот еще оранжевые шторки. Плаза. Чайничек с двумя чашечками. Можно чай попить. Замечательная гардеробная. Ла-ла-ла-ла-ла. И еще что? А, ну давайте туалет посмотрим. Что тут у нас? А, туалет. И настоящая ванная. Как я люблю ванную, а не какой-нибудь там душевой поддон. Все так прилично, красиво, беленько. Что полотенце положили. Мыло. Как знала, что не будет зубной щетки, взяла свою с собой. Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Приездом отлично. Давай, расселяемся. Ага. Да, уже все дали номер. Ага, спасибо. Полина, включи асфальт. Там просто надпись. Вах не работает. К нам специально ради вас, для вас поделиться своими знаниями. Левачева Ксения Андреевна. Поздравить вас с тем, что вы стали участниками данного форума. Это большие возможности для вас. И желаю, чтобы вы приобрели новый опыт, познакомились друг с другом, привезли вот, новые контакты себе в район, волонтерский центр. Нас ждет достаточно насыщенная программа. Я буду практически... Коллеги, потому что молодежная политика для меня не безразлична. Дорогие друзья, наш форум уже 8-й. И я очень рад, что наш форум двигается вперед. Дорогие, уважаемые организаторы, уважаемые участники, уважаемые наши гости нашего 8-го Байкальского молодежного форума, приветствую вас. Очень здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Дорогие друзья, мы с нашей командой работали несколько месяцев для того, чтобы подготовить эту площадку. Зазвучит гимн Российской Федерации. Танец «Форсаж».
ваш богатый жизненный опыт? Это вопрос кому? Ко всем. Ко всем. Когда получаешь вместе с пациентом результат, но я всегда еще радуюсь тому, когда получается успех роста у человека. Все скорее. Можно только задать вопрос? Да. Про помощь. Выйди, пожалуйста, на сцену. Она вынесет, пожалуйста, приз. И прямо здесь мы сделаем этот приз особо ценным. Руками Владимира. Вас с ними знаком, кто-то их знает давно, кто-то недолго, кто-то сегодня увидит их впервые, но сегодняшний день изменит их жизнь навсегда. Мужчина на сегодняшний день. Еще раз, еще давайте похлопаем. В прошлом году на площадке ты должен понять, что твоя жизнь больше не будет. Сегодня все происходит по-настоящему. Если вдруг ты не веришь, то я могу тебя немножечко ущипнуть, чтобы ты поверил, который ты однажды увидел. Возможно, даже в заведении, где ты поразил ее своей игрой музыки, а она своим волшебным голосом. И прямо сейчас мне бы хотелось, чтобы каждый из вас приготовил... Еще громче наши аплодисменты. Достаточно согласен ли ты взять в жены Наталью? Да. Теперь хочу спросить тебя, Наталья, согласна ли ты взять мужья Дмитрия? Дорогие друзья, они сказали да. Ваши аплодисменты! David played and it pleased the Lord. Don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, a minor fall and a major lift. The path. Примите искренние поздравления с днем вашего бракосочетания от правительства Республики Бурятия, лично от главы Алексея Самвойча Цыдинова. Создание семьи – это важнейший и ответственный шаг в жизни каждого молодого человека. Теперь вы все... А мы в ожидании шоу «Проведение больших приключений». Итак, площадка со звоной на месте. Делят людей на 4 команды. Всех перемешивают. Наша команда кайфует, пока. Так, давайте чуть пошире здесь сделаем. Пошире, да? Ха-ха-ха, отлично. Это точно капитан. Здесь я вместе, 3-4. Я не успел, ладно. Давай, капитан. Еще раз. Вы знаете название команды? Нет, давайте еще раз. 3-4. Ой.
Голос сорвал, говорит, ты же не пел, нет? Ну ладно, ладно, все. Это была группа «Браво», следующий исполнитель. Раз, два, три, смотрим, пожалуйста, вот это, да? Это Эльдар Джарах. Не заметил, все. Все слова на показываем, на изображаем. Ну, это что там? Команда, конечно, было, засчитаем. Это что? Конечно, мы дождались нашей очереди. Наша команда, вот это нам Уракша. Название команды «Форум».